Скажите, пожалуйста, вот вы играли в достаточно большом количестве фильмов, да. Ну, учитывая, что вы очень молодой еще актер. Какие-то разочарования были? То есть вот есть что-то из фильмографии своей, что вы хотели бы вычеркнуть? Потому что считаете, что там не сложилось у режиссера, не сложилось там с прокатом или у вас, или нет такого? Вы знаете, я часто сталкиваюсь с тем, что я или прочие участники съемочной группы, они в чем-то могут быть сильно разочарованы. Особенно, когда они сидят на премьере, они понимают, ой, нет, вот сейчас. Угу. Но что меня удивляет, что какая-то некая общая такая картина самого фильма, она так или иначе зрителя привлекает. То есть у меня было пару фильмов, где я думаю, вот здесь есть такие производственные недочеты. Можете озвучить? За которые мне просто стыдно. А-а-а. Нет, я не буду озвучивать, потому что... Так всегда. Я могу назвать, например, один фильм, который даже не выходил в прокат. Мы его снимали в Мосфильме зимой в павильоне. В павильоне было 15 тонн соли и один магазин-палатка. И все происходило внутри этого магазина-палатки. Это должен был быть такой рождественский ужастик а-ля комедия. Значит, весь ужастик я в костюме Деда Мороза ношусь по этому магазину. Вампиры, девочки. Получилось смешное кино, но поскольку на сценарном уровне там совершенно не было прописано каких-то вещей, то есть сценарий был не совсем для кино, в какой-то момент мы сталкивались с вопросами, вот охранник уходит в ночь. Ну вот такая как бы история. Вот охранник сейчас встал и ушел в ночь. Где ночь? Что ночь? И что интересно было, что режиссеры в какой-то момент нашли выход из этой глупой ситуации. Они просто решили не принимать это вообще всерьез. И мы даже сняли мою пробежку по ночному городу. Я бежал на месте в павильоне. Позади меня осветители таскали декорацию, вот так прям мимо меня. Тащили декорацию города, поставили ветродуй. И в какой-то момент кто-то сказал, давайте снега в ветродуй, снега. Но человек, который, значит, взял и кинул снега в ветродуй, забыл, что это была соль. И на этом съемочный закончился. То есть у вас ужастик был такой, не по сценарию, а просто... огромное количество ссор, полопались все глаза. И дальше на монтаже продолжилось веселье на озвучке. Я говорю, ребята, а вот как я в прошлом кадре был в магазине, а сейчас меня нет в магазине. А говорит, да, но ты в следующем кадре войдешь, и пока ты на спине, ты скажи, я за машиной ходил. Я говорю, а что у вас в монтаже не сложилось? Не очень. Ну да, в кино такие бывают накладки, которые... Но удивительно, мой отец посмотрел этот фильм, перезвонил, говорит, слушай, я так смеялся, такое смешное кино, совершенно ни о чем, абсолютно глупое, но такое смешное. Я думаю, ну как бы результат есть. То есть то, что мы хотели добиться, оно получилось. Видите, нам не дано предугадать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».